Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Ludmila Barbă și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Dimensiunea Diplomatică. Invitatul nostru de astăzi este excelența sa, ambasadorul Ungariei în Republica Moldova, domnul Sándor Sabă. Господин посол, здравствуйте и большое спасибо за гостеприимство, которое вы нам оказали здесь, в офисе посольства Венгрии в Кишиневе. Добрый день. Спасибо, что пришли. Это очень большая честь и радость для меня, конечно, что вы проявляете интерес к Венгрии, к моей стране. Начиная с 1 июля нынешнего года, председательство Европейского Союза перешло к Венгрии. Какие вызовы существуют у Венгрии в этом качестве и какие приоритеты поставила она для себя на протяжении этого мандата? Вы должны знать, что Венгрия исполняет такую функцию не первый раз. Наверное, вы в курсе, вы знаете, что в Евросоюзе есть такая практика, что председательство имеют в одной группе три страны. Это так называемое трио. Венгрия имела честь быть в одной же корзинке в Испании и Бельгии. И таким образом во второй полугодии прошлого года Испания исполнила этот пост. В первом полугодии этого года Бельгия, и во втором полугодии, это на 6 месяцев, будет Венгрия. Для нас, для этого трио, это не первый раз. В 2010 и 2011 году мы исполняли то же самое трио. В то время, в 2010 и 2011, это было сразу после Лиссабонского верха. Значит, после того, которые в Евросоюзе были новые структуры. Так что это был какой-то переходный период. И это не облегчает, конечно, занимание такого ответственного поста. А сейчас, в этом году, мы тоже говорим о переходном фазе, потому что 9 июня были парламентские выборы Евросоюза в странах-членах, и в этом полугодии будут новые руководители Евросоюза, комиссия, Европейский совет, Европейский парламент и, которые очень важны, новые комиссары. Этот процесс еще не закончился, мы уже знаем, те кандидаты, имена, которые будут на высокопоставленных постах, но еще о комиссарах еще мы не имеем никакого нового. Я не сказал бы, что осложняет, но чуть-чуть не облегчает выполнить эту функцию, потому что мы не знаем, с кем сотрудничать. Конечно, мы уже давно готовимся к этому председательству, и таким образом мы составили такой проект председательства, в которых мы имеем три очень важных целя. Во-первых, это миграция, иллегальная миграция Европы. Вы, наверное, хорошо знаете позицию Венгрии. Очень важно, на наш взгляд, что мы приостановили эту иллегальную миграцию в Европу, потому что это в Европе не помогает. Видно, что этот процесс, если мы это не сумеем остановить, это еще будет побольше. Есть такое данное, например, что через 20 лет население Африки будет 750 миллионов больше, чем сегодня. Это очень большое количество населения. А для этих людей надо рабочее место, надо обучение, школы, больницы. И, наверное, они не будут в состоянии это создавать. Таким образом, эта миграционная волна, наверное, будет повышаться и в будущем. И мы против этого. Наверное, вы знаете, что мы очень много сделали в интересах этого последние 9 лет, с 2015 года. Мы построили заборы на границе Венгрии. Это очень большое количество денег, миллиарды евро. Евросоюз ни одной копейки не вернул из этих сумм Венгрии. Но мы можем гордиться тем, что на территории Венгрии сегодня не попадают такие люди, которые иллегальным образом хотели бы зайти на территорию нашей страны. Те, которые имеют оригинальные документы, которые они проявляют и хотят попасть, пожалуйста, добро пожаловать. Но те, которые иллегально, мы против. Вторая очень важная цель, это с точки зрения Молдовы, это очень важный факт, это расширение Евросоюза. Мы хотим продвигать вперед этот процесс, потому что в Европе есть такой слоган, что «more we are, stronger we are».
как вы больше, намного сильнее будет. И Европа, на наш взгляд, нуждается какой-то новый импульс, динамизм. А кто может это давать? Конечно, только новые страны-члены, которые могут и из Западного Балкана, и из Восточной Европы, конечно. Мы очень сторонники того, что этот процесс расширения, если возможно, в течение этих 6 месяцев тоже продвигалось вперед. И третья, которая очень важная цель, это конкурентоспособность Европы. Потому что здесь очень большие, так сказать, остатки. Очень, очень. Есть такие данные, что 2002 года до 2024 года, это 22 года, в Соединенных Штатах Америки ВВП, GDP, стало 10 тысяч миллиардов больше в течение этих 20 лет. Евросоюза 5 тысяч миллиардов больше. 5 тысяч. Китая 15 тысяч миллиардов больше. Так что это показывает, что Европа сейчас на третьем месте по сравнению этим конкурентным большим игрокам в мире, Соединенные Штаты и Китая. И венгерское представительство имеет этой программы очень важную цель, что если можно этот продвигать вперед, каким образом, что пригласить новых инвестиций, содействовать экономическому сотрудничеству между Востоком и Западом, не разрешать, что во мире были новые блоки, один, другой, нет, connectivity, значит, сотрудничество между ними, потому что только таким образом можем продвигаться вперед и дать Европе снова такое значение, которое он играл раньше. Наш слоган председательства – «Make Europe Great Again». «Сделаем Европу снова великой». Точно, действительно, точно, Венгрия точно выбрала для себя этот слоган. Об этом аргументация основана, этот слоган. Председательство Венгрии в Европейском Союзе проходит на фоне уже длительной дестабилизации из-за войны между Украиной и Российской Федерацией. Как официальный Будапешт трактует агрессию Российской Федерации в Украине и почему Будапешт очень часто не согласен и даже блокирует поддержку для Украины? С первого момента, 24 февраля 2022 года, Венгрия последовательно представляет такую позицию, что мы осуждаем нарушение международного права. Значит, мы не согласны с тем, что одна страна нападала на другую. И с другой точки зрения тоже, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Это наша основная позиция венгерского правительства. И мы одновременно убеждены, что война надо как можно скорее всего перестать и остановить. И на наш взгляд, остановить эту войну могут только две стороны – Россия и Украина. Конечно, некоторые другие могут влиять на то, что эта война остановилась, но это, конечно, не будет Венгрия как маленькая страна, это будут так называемые большие игроки – США, Китай, Евросоюз, чтобы содействовать тому, чтобы люди не умерли каждый день в большом количестве. Жертв очень много, разрушений объектов очень много. А это очень опасно для целой Европы, потому что Европы нет безопасности. Что касается Украины и Молдовы тоже, конечно. Мы поддерживаем расширение Евросоюза, вопроса нет. Сразу после принятия председательства премьер Виктор Орбан совершил несколько рабочих визитов в Киев, в Москву, потом в США и Китай. Как официально было заявлено, велись диалоги вокруг проблемы возможных мирных переговоров. Но каким образом официальный Будапешт смотрит на цену этих переговоров? Как, на взгляд Будапешта, они интегрируются в право Украины на территориальную целостность? Самая большая проблема, что сегодня, в настоящее время в Европе есть война. Так что
номер один вопрос для венгерской дипломатии – подчеркивать, что остановить войну и начинать переговоры за столом, переговорным столом. Но, конечно, это тоже зависит от двух сторон. Если они могут договариваться, что они будут сидеть за столом, будут, если нет, нет. Мы только подчеркиваем это желание с нашей стороны. Наш премьер-министр решил, что, конечно, пользуясь случаем, что сейчас Венгрия исполняет председательство Евросоюза, он начинает дипломатические переговоры с затронутыми странами, интереса узнавать их позиции. Первая поездка, конечно, была в Киев, потому что это уже было давно подготовлено, что президент Зеленский и Орбан будут встречаться. А после этого тоже он уехал в Москву, чтобы узнавать тоже, что, как думает русская страна о будущем, о шансах прекращения войны. Большие игроки могут содействовать к этому. Китай такой. Наверное, это объясняется, что наш премьер выбрал третью столицу этой поездки, именно Пекин. Но что он улетел в Вашингтон, это, наверное, это связано в первую очередь с тем, что проводится юбилейная 75-я годовщина создания НАТО. Именно из-за таких целей он тоже улетел туда. Но каким образом можно восстановить мир, на взгляд Будапешта, если Россия требует сохранить за собой оккупированные территории, а Украина, наоборот, конечно же, хочет вернуть? Мы это принимаем к сведению. Наша позиция такая, что перестать бои и сидеть за столом переговоров. Но если стороны за это не готовы, мы это должны принимать к сведению. Но мы подчеркиваем, что это было наше желание. Потому что мы так думаем, что интересы Европы этого требуют. Но если стороны не могут договориться, тогда больше, даже будучи председателем Совета Евросоюза, мы больше не можем делать. Последний раз, когда мы с вами общались тоже здесь, в посольстве, мы с вами говорили и обсуждали вторжение советских войск в Будапеште в 1956 году. И человеческие потери, которые вызвали подавление этой революции советскими войсками. И вот сегодня, когда Российская Федерация напала на Украину, Венгрия отличается своей позицией по отношению к России, в отличие от всех остальных членов. Вот как Будапешт сам оценивает вот свои отношения с Россией, на каких принципах и видениях, можно, если можно так сказать, строится? В этом вопросе 56-й год уже не играет никакой роли. Это уже прошлое. Мы это выяснили, что там случилось. К сожалению, случилось что? Очень много венгров покинули страну. Это была большая трагедия для венгерской нации. Это бесспорно. Что касается настоящего времени, вы правы, что отношения Венгрии и России в определенной мере отличаются от тех контактов, связей, которые другие страны, члены Евросоюза, испытывают. Мы имеем принципиальную позицию, прагматичные связи с Россией без всякой идеологии. И только такие контакты, которые для обеих сторон будут иметь какие-то плоды или преимущества, или пользы. Чем это объясняется? Объясняется в том, что мы очень большой мере зависим от энергоресурсов, которые мы поставляем из России. 85% импорта газа – это из России на долгосрочных контрактах. Мы этого не можем отказаться. Но если мы не будем иметь здоровые, прагматичные отношения с этим страной, тогда, наверное, мы можем и не договариваться с ними на таких началах. Во-вторых, это рынок. Венгрия очень маленькая страна, зависит от своего экспорта. Если наш экспорт не будет на такой мере, как это раньше было, тогда мы страдаем будет от этого. А российский рынок – это очень большой рынок для нас.
прежде всего для продукта сельского хозяйства. Так что должны иметь в виду все те, которые критикуют Венгрию из-за этого, что почему он поддерживает постоянные контакты с руководством России, этим объясняется. Но, простите, прибалтийские страны, в том числе Эстония, тоже очень маленькие страны. И по территории, и по экономической мощности. Тем не менее, они стараются как бы дать понять России, что она не права в этой своей агрессии. Я уже вам сказал, что мы осудили, и что Россия нарушила международное право. Это то же самое. Но что у них, балтийские страны, другие позиции, это мы тоже принимаем с сведением, конечно. Такая страна так, другая страна так. Но мы никогда не сказали, что мы оправдаем нападение Российской Федерации на Украину. Никогда не говорили и не будем говорить. За последние 4-5 лет, по-моему, сотрудничество между нашими странами получило огромный импульс. Состоялись обмен визитами на уровне премьер-министров, на уровне отраслевых министров. И в 2020 году была подписана совместная декларация о стратегическом партнерстве. Что означает это стратегическое партнерство для наших стран и как оно материализуется? С точки зрения Венгрии, для нас Республика Молдова является соседом соседа. Это означает, что расстояние 1000 километров, не больше. Если Молдова не будет стабильная, если здесь будет напряжение, не дай бог какие-то столкновения, это очень близко будет к нашим границам. Мы не далеко от вас. Так что мы заинтересованы в том, что Республика Молдова была стабильная, развивающая. И если мы этому будем чем-нибудь содействовать, этому процессу, конечно, мы всегда имеем распоряжение. Это была основная идея для того, что в 2020 году, 12 марта, почему я подчеркиваю, я сейчас вам скажу, подписали эту совместную декларацию о стратегическом партнерстве. Это еще подписал господин Орбан, господин Кику, тогда он был премьер-министром. 12 марта был первый день, когда в аэропорте Кишинева и в аэропорту Будапеште измерили температуру господина Орбана. Тот же день началась так называемая пандемия. Почему я это подчеркиваю? Потому что, конечно, сразу, как мы это подписали, сразу создались такие негативные, отрицательные условия, чтобы скорее всего начинать осуществление этой декларации. Потому что делегации не были, люди не ездили, вы знаете хорошо, что. Так что это был очень большой тормоз для того, чтобы мы продвигались вперед. Но, несмотря на это, после определенного времени, шаг за шагом, мы уже получили свободный воздух, чтобы сотрудничать. Прежде всего, хотя уже ОТП подписал этот договор с Мобиабанком еще в 2019 году, но мы уже очень большими темпами развивали здесь действия ОТП. Это самая большая венгерская инвестиция сейчас в Молдове, кроме Гедеон Рихтер, который тоже имеет большую, но они уже, вы знаете, раньше начали. Тоже очень важно, что мы после этого длительного периода могли опять развивать отношения на высоких уровнях. В январе месяце этого года ваш премьер нанес официальный визит в Будапеште. Наш министр иностранных дел несколько раз, он очень большой друг Молдовы. Несмотря на пандемию, именно тогда он прилетел сюда, взял с собой разные оборудования, которые он передал своим партнерам, чтобы помогать Молдове. Ваш министр иностранных дел Михаил Попшов в этом марте тоже посетил. Наш министр сельского хозяйства тоже посетил Кишинев в апреле месяце. Так что мы продвигаемся вперед, шаг за шагом. Действительно, в марте нынешнего года, во время визита министра иностранных дел Молдовы Михаила Попшоя в Будапешт, стороны подписали план действий с целью обмена знаниями и опытом о процессе евроинтеграции.
На какие области распространяется этот план действий? И, на ваш взгляд, какими знаниями, какими навыками нужно обладать команде переговорщиков со стороны Молдовы для ведения переговоров с Брюсселем? Это была идея венгерского премьер-министра 25 января, когда они сидели за столом с господином Дуриным Речаном. И наш премьер предлагал ему, что если вы готовы на это сотрудничество, тогда мы готовы вам предоставить возможность для консультаций, экспертных обмен мнениями государственных служащих Молдовы для 50 человек. 50 человек. Или будапештяне приезжают, или наши эксперты сюда приезжают. Мы из нашего опыта знаем, потому что мы в 1994-м объявили наше желание быть членом Евросоюза, и мы стали в 2004-м. Из своего опыта мы знали, что это очень огромная работа, которая нуждает очень хороших специалистов, которые подготовлены к участию этих переговоров. Господин Речан сразу сказал, спасибо, это будет очень большая помощь. После этого мы составили вместе с вашими людьми какой-то Memorandum of Understanding, который мы там написали суть и содержание этого. Ваши сотрудники будут там несколько дней или недель, или наши сюда приезжают, и обменяют мнениями с ними, как мы делали в то время, когда начали переговоры. Потому что этот опыт, так сказать, старых стран-членов, наверное, очень важен и полезен для новых кандидатов. Это очень логично, я думаю. Мы уже чуть-чуть вперед, потому что уже есть программа действий, что именно когда и где мы начинаем. Надеемся, что это уже не только идея, но и будет и практика. Об этом идет речь. Венгрия уже 20 лет является полноправным членом Европейского Союза. В течение этого времени было много чего, и хорошего, и менее хорошего. Тем не менее, на ваш взгляд, что самое главное, что получила Венгрия и венгры за этот период членства в Европейском Союзе? И считаете ли вы, что Молдова и молдаване должны сделать все возможное и стремиться вступить в Европейский Союз? Вопрос не может быть, конечно, реагируя на это ваши последние замечания. Да, 20 лет – это длительное время, мы имеем очень много опыта. Есть такое убеждение, что пока ты не член клуба, у тебя могут быть разные иллюзии, такие необоснованные идеи. Но когда ты уже попадаешь в этот клуб, тогда уже там ты можешь убеждать о том, что если не соблюдаешь правила поведения в клубе, тогда это, наверное, не будет на твою пользу. И другой опыт, что ты, если уже в клубе, тогда там очень-очень разных интересов. У тебя есть национальные интересы, у партнеров тоже есть национальные интересы, а Евросоюз как целиком, как организация, и есть такие, конечно, интересы, которыми они хотят найти компромисс, делать какую-то координацию деятельности, в котором данное председательство всегда имеет очень большое значение, так называемый honest broker, который посредничает между разными странами, чтобы найти какой-то компромисс между национальными интересами. Это опыт. Но что касается практики, вопрос не может быть, что Венгрия настала намного более развита, чем была до членства. Это бесспорно. Мы получаем очень большую поддержку в разных областях, прежде всего сельского хозяйства и других областях. В Венгрии, конечно, если был бы какой-то опрос, наверное, не 100% поддерживали бы, что мы, но большинство людей поддерживают, что мы остались. Конечно, правительство тоже имеет такая позиция. Венгерское правительство никогда не хочет покинуть Евросоюз, как некоторые политики или аналитики, или какие-то обозреватели там. Наверное, Венгрия хочет. Нет. Венгрия хочет остаться в Европе.
Венгрия очень поддерживает Европу, но сильную Европу, сильную, которую может соперничать другими большими игроки мирового хозяйства. А как мы можем быть более сильным, чем сегодня? Мы думаем, что эти две факты, что иметь сильные страны члены и, кроме этого, иметь новые члены из Западного Балкана или из восточного региона Европы, тогда, наверное, будет намного больше шансов для того, что Европа принимала свое место там, где она нужно быть. А что бы вы сказали молдаванам? Почему им нужно вступать? Идите вперед по этому пути, ни одного шага назад. Думайте всегда о том, что это длительный процесс, очень сложный процесс. Так что терпение, работы, очень много работы, терпение. И я убежден, что эти будут иметь плоды. Господин посол, огромное спасибо вам за это интервью. Желаем Будапешту, желаем Венгрии успехов во время мандата председательства в Европейском Союзе. И, естественно, надеемся, что это председательство будет способствовать продвижению Республики Молдова на пути переговоров для евроинтеграции. Спасибо за добрые слова. Я могу вас заверить, что мы будем делать все от нас зависящее в этих целях. Стимасили спектатори, айчевити анастро диастес санкият. Вы можете мне пентру атентия, кукаре няц урмарит, щи вы урым, тоте буне.